Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылка черная. Это посылка из Бангуда в тонком пакете. Коробка, там внутри коробка и в тонком пакете. Это из Бангуда, повторюсь, диспенсер для воды, для больших бутылей. Я покупаю домой воду в бутылях, бутылированную. И у меня обычный ручной диспенсер. Вот, наткнулся на акцию, публиковал ее в нашем канале в Телеграме. Ссылка на канал есть в описании. Он от компании Xaka, я покупал от нее набор ножей этой компании. Мне они очень понравились, керамические ножи, обзор есть. И мне очень понравилось, я решил, что, наверное, все-таки диспенсер тоже будет качественный. Диспенсер заряжается от USB, посмотрим. Вот в такой вот коробке он идет. Получается, Кикаса. Кикаса, неправильно я ее назвал. Ксака я назвал. Называется Кикаса. Вот. Но, тем не менее, я имел именно ее. Вот коробка. 2000 мАч. Ну, интересно, насколько хватит. Вот. В обзоре я сниму, как оно все работает. Но уже в процессе эксплуатации я постараюсь вымерить, насколько хватит, насколько литров, то есть как часто ее нужно заряжать, и в комментариях допишу, либо сниму дополнительное видео, либо в комментариях напишу, ну, скорее всего, в комментариях напишу просто, насколько хватило, чтобы можно было понимать. Такой белый кабелек обычный для зарядки, я так понимаю. Это у нас, пока распаковывать не буду, чтобы не собирать микробы. Эта трубочка, она силиконовая, но она какая-то, мне кажется, коротенькая. И уже дома, когда буду устанавливать эту штуку, перед тем, как установить, я ее достану, посмотрим на нее. Вот, это, я так понимаю, носик. Носик с резиновой прокладочкой. Давайте тоже пока открывать не буду и снимем это, как оно выглядит. Позже уже при сборе. И вот так запакован сам диспенсер. Хорошо запакован. Такой не тяжелый он. Здесь у нас сверху Quantitative Effluent Power. То есть индикация. И Quantitative 0,6 литров. Influent 0,6 литра. Это, наверное, нажимаешь, и оно будет литься все время. Вот. А это 600 грамм будет. То есть чашку нальет. Вот. Ну, проверим. Power. Носик сюда, получается, одевается резинка. Резиночка, получается, вот это вот вторая дополнительная резиночка. Здесь одна уже одета на носике. То есть, ну, вторая, я не вижу смысла вторую одевать. Вот. Видно, нет. Вот. Ставится вот так носик. Одевается на бутылку. Фишка бутылки, что не нужно снимать. Вот эта вот штука вроде пластик. Вот фишка, что не нужно будет снимать крышку с бутылки. Выглядит довольно-таки неплохо, но мне кажется, вот это вот металл, а вот это вот похоже на пластик. Так, где же зарядка? Ага, вот зарядка. Ну, давайте попробуем зарядить и дальше уже сниму отдельно видео по установке, как мы с ним разобрались. Давайте попробуем. Вот, с трудом высунуть, и вставляется тоже с неким усилием. Подожди. Когда полностью заряжен, загорается зеленым индикатор. В общей сложности заряжался около 3 часов. Thank you.
0,6 литра. Выключить. Заряжал 2 часа, но батарея так и не зарядилась. То есть все время мигала красная лампочка, так что еще нужно заряжать. Но терпения уже не хватило, поэтому подцепил, проверил, работает. Теперь буду заряжать отдельно, дополнительно, до конца. Ну и уже в комментариях укажу, сколько он, насколько бутылей хватает одной зарядки.